Цветы к вечному огню – дань памяти и почести погибшим воинам. Вместе противостоять неприятелю остается главной задачей военных СНГ. Лучше поражать цели и самим не становиться мишенью, призвана модернизация армий. Что нового появилось на вооружении, военные посмотрели на выставке в Казанском танковом командном училище. Танки в ходу? Так точно. Давайте. Так точно. Это заведение 40 лет назад окончил начальник российского генштаба Валерий Герасимов. Сегодня свою продукцию здесь представили более 30 предприятий, в том числе и из Татарстана. В ходе посещения гостей сопровождал премьер Алексей Песошин. На встречу в Казань приехали представители 8 стран СНГ. Главной темой стала военно-политическая обстановка на южных границах Содружества. Собравшиеся анализировали угрозы и обсуждали, как противостоять международному терроризму. Особое внимание на заседании уделили теме беспилотной авиации. Учитывая сохраняющуюся террористическую опасность, был представлен опыт применения беспилотных летательных аппаратов российским военнослужащим в Сирии. Участники заседания поддержали развитие сотрудничества в области применения беспилотной авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам. Учитывая вопросы госбезопасности не одной, а нескольких стран, большая часть заседания прошла за закрытыми дверями. По итогам заседания начальники штабов доложили, ими был рассмотрен широкий фронт вопросов взаимодействия. Сегодняшнее заседание еще раз подтвердило, что военное сотрудничество в формате Содружества независимых государств имеет хорошие перспективы. Также в Казани военные СНГ договорились, в этом году пройдут совместные компьютерно-штабные учения ПВО «Безопасность-2018». Дмитрий Аринин, Ильшат Мухаметов, Лина Зинатульна, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.